Традиционная всероссийская акция «Ночь в музее» прошла 16 мая и в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея. Нынче она носила тематический характер и была посвящена культуре начала 20 века. Прежде всего, хотелось бы, конечно, поздравить с профессиональным праздником, Днем музея. Музеи – это у нас хранители застывшей истории, хранители истории в ее материальном выражении. Их деятельность позволяет нам понять прошедшие времена, лучше распознать нынешнее время и задуматься о времени грядущем. Работники музеев в этом плане являются такими энтузиастами, и работниками музеев становятся по-настоящему любители своего дела. Поэтому, конечно же, сегодня праздник у них просто от души, я считаю, идет. И поэтому мне хотелось бы пожелать им этот праздник, продолжения своей великолепной творческой работы, энтузиазма нескончаемого. И отдельных людей в этот праздник мне хотелось бы поздравить персонально. Почетной грамотой главы администрации муниципального образования города Десногорск Смоленской области за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в области музейного дела и в связи с Международным днем музеев награждается Белоусова Виолетта Эдуардовна. В этот день были подведены итоги еще одной благотворительной акции «Дни дарений», которая вот уже второй год подряд проводится в течение апреля. Она призвана пополнить фонды Десногорского музея уникальными экспонатами и активизировать участие жителей в деле сохранения истории родного города. Почетные дарители Десногорска отмечены в 6 различных номинациях. Победителями стали «Предмет эпохи» – Анна Колесникова, подарившая предмет мебели и домашней утвари. Номинация «Семейная реликвия» – предмет, передаваемый по наследству. Дмитрий Михайлович Попов подарил плащ-палатку и карманные часы. Номинация «Раритет» – предмет, датирующийся более ранним периодом. Ящик для боеприпасов 1910 года подарил Александр Петрович Кузькин. Номинация «Эксклюзив» – самый необычный, уникальный предмет. Древнеславянский шаманский жезл для вызывания дождя подарил Владимир Николаевич Басыня. Номинация «Предмет году культуры» – предмет, относящийся к культуре города Десногорска. Коллекцию грамм-пластинок подарила Центральная библиотека нашего города. Самый активный даритель Олег Дармидонтов подарил предметы археологии. Сотрудники Десногорского музея благодарят дорогих дарителей за неоценимый вклад в пополнение фонда музея и активное участие. Каждый пришедший в этот день в выставочный зал музея мог помечтать о будущем. Все свои красивые мечты о том, каким бы хотелось видеть свой родной город, с пожеланиями к 40-летнему юбилею Десногорска были написаны и собраны в почтовом ящике «Мечтоприемники». Наиболее яркие мечты будут опубликованы в городской газете. Гости, пришедшие на ночь в музее в костюмах 20-40-х годов прошлого века, уютно расположились за столиками. Их вниманию была представлена музыкально-литературная программа «Тех далеких лет». Также в салоне работал свободный микрофон, к которому мог подойти любой желающий исполнить песни или прочесть стихи. Следующая встреча в рамках акции «Ночь в музее» состоится ровно через год и будет приурочена к Международному дню музеев.